50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Мы приступаем! И скоро тут будет жарко! Но-но! Ты ведь это не серьезно? Я говорю серьезно, и не называй меня Нонной! Сил огромно. Какая жара, а? Комнатные температуры? Ради бога. Пиво должно быть ледяным. Может, лагера? Или стакан воды, как ты любишь? Или кружку стаута? Придется мне вам обоим преподать урок, как только вернемся в Штаты. В любом случае, сначала остановимся в Лондоне. За мой счет. Что ж, по крайней мере, конец света не наступил. Уходим отсюда. Минут. Слишком долго, база! Мы все погибнем уже через
Возможно, местные лоялисты придут вам на помощь. Точно сейчас сказать не можем. Не теряйте надежды. Конец связи. Сержант Комаров, я так понимаю, вам не помешает помощь? Чертовки, рад слышать тебя, дружище! Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Сказать не можем. Не теряйте надежды. Конец связи. База! На связи Батяй! Координаты 244-352! Запрашиваем поддержку вертолетов! Прием! Мы пытаемся, Китер. Возможно, местные лоялисты придут вам на помощь. Точно сейчас сказать не можем. Не теряйте надежды. Конец связи. Никчемный придурок! Говорит сержант Комаров. Я так понимаю, вам не помешает помощь. Чертовки, рад слышать тебя, дружище. Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Пошли! Я
Российское правительство сегодня официально подтвердило, что в Центральной России проводились ядерные испытания. Несмотря на то, что лидеры других стран выразили свой протест против подобных действий, российские власти настаивают, что испытания проводятся с учетом всех требований ООН. Представители партии сепаратистов пока не комментировали данную ситуацию, но уже появились слухи о возможном начале борьбы за власть. И другие новости. Поиски корабля, пропавшего в Баренцевом море после бури, решено прекратить. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Установить радиус сканирования. Вас понял. Получил разрешение открыть огонь. Вас понял. Уничтожить их. Бабах! Вижу движущуюся машину. Разрешаю открыть огонь по машине. Вас понял. Подтверждаю, машина уничтожена. Отличная запись полета. Вас понял. Возвращаюсь на базу.